вежливых людей. Всем привет, дорогие друзья! В прямом эфире шоу «Вежливых людей». В этой студии я, Виталий Михайлов, в гордом одиночестве сегодня. И мы будем говорить с вами, я надеюсь, о нашем советском наследии. Тему нам, что называется, подкинула эта неделя. Буквально накануне появились сообщения, что в Пскове разрушили самую большую советскую мозаику города. Мозаика находилась около въезда на территорию Псковского домостроительного комбината. Вот на фото 2013 года, которое вы можете посмотреть в нашей группе ВКонтакте, она еще целая, в принципе, потом от нее откололся небольшой кусок, и мозаика пошла трещинами, и дальше решено было ее разрушить, видимо, собственниками этого забора. Ну и, собственно, в данный момент на стене, на этом заборе пустое место вместо мозаики. Ну и кроме того, на этой же неделе генеральный директор Псковско-Изборского объединенного музея-заповедника Александр Голышев заявил, что, в принципе, конечно, вопрос непростой, но памятник на площади Ленина он бы лично передвинул. Ну и поэтому мы решили сегодня поговорить о нашем советском наследии. Точнее, решили задуматься, а насколько нам вообще нужно вот это материальное наследие советского периода нашей истории, которое по-прежнему с нами рядом. Ведь оно, если задуматься в названии городских улиц и площадей, в памятниках, которые находятся в историческом центре, в любимых продуктах и даже в наших привычках, дорогие друзья. Советские гербы соседствуют на государственных зданиях с двуглавыми орлами и триколором, но ведь время изменилось, время сегодня другое. Нужно ли нам сохранять вот эти артефакты советского прошлого? Мы хотим это узнать от вас, в том числе. Телефон прямого эфира 62 80 30. Вы можете писать свои сообщения в нашу группу ВКонтакте. Мы их обязательно прочитаем. Как вам кажется, как сказываются такие объекты советского прошлого на облике Пскова, как вот данная мозаика или, например, памятник Ленина в центре города? Также заходите в нашу группу ВКонтакте и принимайте участие в опросе на эту же тему. И итоги подведем обязательно в конце эфира. Ну что, я думаю, что мы начнем тогда с нашей мозаики. Вот какие комментарии я увидел в одной из псковских групп после того, как появилась эта новость. Бронислав Алаизович пишет. «Я против уничтожения оригинальных и отражающих эпоху объектов, пусть даже и такого формата. Но, если честно, эта мозаика весьма сомнительна в эстетическом и историческом плане. С другой стороны, это весьма наглядно показывает разницу между прогрессивным пролетарским творчеством и проклятым царизмом. Красные уничтожали великолепные соборы и русское зодчество вековой древности, а взамен строили закураты и мозаики с квадратоголовыми рабочими и кривыми гаечными ключами». Но вот такое мнение Бронислава. Если вам есть что возразить Брониславу и высказать свое мнение на тему мозаик и вообще любых артефактов советского прошлого в нашем городе, звоните по телефону прямого эфира 62 80 30. Ну а пока с нами на связи архитектор Владимир Шуликовский. Здравствуйте, Владимир Николаевич. Добрый день. Слышали ли вы эту историю с мозаикой у ДСК? Вообще, как вам эта мозаика? Вы же, наверное, ее видели. Представляла она вообще историческую или культурную ценность для города? Ну, сложно сказать. Так мимо бегал. Ну, по крайней мере, это была интересная вещь. И она этот кусок улицы точно не уродовала. Соответствовал какому-то своему предназначению. Тематически и как бы эмоционально даже. То есть хотя бы, по крайней мере, там не было просто серого забора бетонного. Да, хотя бы так. Который сейчас остался, кстати. Да. И тоже не в самом лучшем виде. История довольно странная, конечно. Да, ну а вообще вот с вашей точки зрения, нужно ли нам сохранять артефакты советского прошлого, которые во множестве сейчас есть в наших городах, ну и в том числе в Пскове? Или настала пора их сдать в утиль, или там отодвинуть на задники какие-нибудь специальные музеи? Советский период в жизни нашей страны, он как бы имел очень большое значение. Просто так его вычеркнуть, конечно, нельзя. И
советская вот эта культура, она оставила после себя множество артефактов разного, так сказать, качества. И проблема тут именно в определении качества. То есть сохранить абсолютно все, понятное дело, ну, наверное, бесполезно, да? Потому что, ну, к объектам материальной культуры советского периода стоит отнести не только вот эти монументальные произведения, ну и, допустим, архитектуру, да, что вот мне как бы ближе. Вот есть, допустим, хрущевки, да, которые сохранять наверняка не нужно. Но бывают объекты и такие уникальные советские, совершенно неповторимые архитектурные школы. Вот, и тут как бы возникают проблемы часто. Вот. Последняя из этих проблем, mm-hmm. это вот наш вот этот известный всем павильон «Таблетка», да? Да. Который представляет... Ну, кстати, там отправили на доработку, я слышал, проект кукольного театра. Да. Вот, ну, сама по себе «Таблетка», она представляет себе очень интересный объект, конечно. Он и объект не только интересный архитектурно, но и инженерно очень смелый. Вот, и мнение профессионального сообщества нашего угу. в городе архитекторов и реставраторов однозначно это... Ну, достойно сохранения. Ну, я нас думаю, поддержали... знаете, многие псковичи бы вас поддержали, что это, этот объект надо оставить, поскольку ведь многие ходили на дискотеки. Да, да. И люди вспоминают это с теплом до сих пор. Это просто... Хотя, как знать, разные ведь вещи случались на танцах. Разные, да. Ну, вот, вот она и память... Вот. Но, ну, конечно, память нужно облагородить. Нас угу. тоже поддержали в Московский союз архитекторов да, с этой да. таблеткой. А вот на последнем заседании при губернаторе по угу. культурному наследию вот все наши самые культурные люди вот проголосовали за снос этого объекта. Вот. Ну, если такое не жалко, то что там какие-то фрески или там какие-то, я не знаю, мозаики. То есть все, в общем-то, это под угрозой исчезновения. Вот, а из объектов монументального искусства я да. вот лично вспомнил, такой был в вот этом переговорном пункте телефонной связи на Октябрьском проспекте. Угу. Там был витраж такой, очень да? красивый, хороший. Да? Вот он в каком вообще состоянии, я, например, не знаю. Он вообще сохранился, нет? Вот по моим данным, вещи. Да, там должны быть какие-то работы шли по нему, но точно не могу подтвердить вам. Хорошо, Владимир Николаевич, да. если говорить вот еще об одном объекте монументальном, скажем так, это памятник Ленину на одноименной площади. Вот Александр Иванович Голышев предложил его перенести, но с какой-то периодичностью появляются подобные слухи. Появляется, да. Да. Ну, тем более, тут шел ремонт, да, реконструкция площади Ленина. Вот. Но памятник она не затронула, как видим. Как вы относитесь? Нужен ли Ленин в историческом центре? Быть может, ведь кто-то там назначал свидание, и это тоже таким является свидетелем эпохи, свидетелем его юности. Ну, 10 лет назад тоже возникала аналогичная идея, когда губернатор свеженазначенный Андрей Анатольевич Турчак появился. Вот, был конкурс, и обсуждалась эта идея, и это вызвало у большой части населения города резкое вот отторжение просто. То есть чувствуется, что людей просто задело очень сильно. Вот. По-моему, вот в настоящий исторический период, вот, который мы сейчас переживаем, мы и наша страна, да, вообще, ну, обсуждать эту тему просто бесполезно. Надо просто подождать какое-то время. Страсти улягутся, время пройдет. Никто же нас не гонит, но пусть постоит. А дальше время покажет. Но если ваше личное мнение, он вам нравится, он к месту там стоит? Ну, дело в том, что у нас вот эта наша центральная площадь, площадь Ленина, да, ну, ее трудно назвать шедевром, да. Основной недостаток в том, что она как бы не имеет никакого отношения к историческому Пскову, она как вот летающая тарелка прилетела. Ну, а давайте скажем, а торговая площадь дореволюционная, она была разве каким-то шедевром? Не была, но это, она была органической частью города. А эта штука, она такая как бы, вот все здания, да, которые ее окружают, они повернуты к
Кремлю задними фасадами, к рекам задними фасадами. Единственный центр, вот на что сориентирован, это на памятник Ленину. Вот, то есть она такая, в общем-то, достаточно сложная вещь. И я думаю, что, в принципе, можно было бы сделать реконструкцию площади и несколько более интересно и радикально, да, попытаться вот это противоречие нашей средневековой истории, великой истории города Пскова и советского периода, тоже достаточно великого, вот как-то соединить между собой вот все это хозяйство. Да, вот многие спорят, рассуждая сейчас, немного ли деревьев посажено на площади нынешней? Ну, в общем-то, если так говорить, то функционально у нас в городе Пскове площади не было, потому что это, в общем-то, считать площадью было нельзя. Вот. И, видимо, городские власти решили, что она нам и не нужна. Вот. То есть это, собственно, уже не площадь, а сквер. Ну, а может быть, вот эти клёны подрастут, и, так сказать, памятник, который, может быть, кому-то не нравится, и закроют. Ну, да. Ну, как бы чисто визуально будет симпатично, конечно. Хотя, конечно, во всяком уважающем себя городе, все-таки, на мой взгляд, какая-то должна быть площадь, ну, для таких каких-то городских мероприятий. Вот у нас ее нет. У нас для этого всегда перекрывается движение, вот, что создает неудобства. Любые ярмарки, концерты, все что угодно, это с перекрытием движения, то есть как-то так. Площади у нас в городе нету. Вот. А клены будут зато, ну, красивые, осенью будет красиво. И все-таки, если бы вот у вас там была власть в руках, воля какая-то, Ленина бы перенесли? Я бы его аккуратненько и с почетом немножечко сдвинул, потому что, ну, Ленин, он... Сдвинул влево или сдвинул вправо? Ленин у нас в городе, он человек как бы тоже не совсем лишний, посторонний. Да, он здесь бывал, да, работал, все остальное. То есть это не совсем посторонний. Но, тем не менее, вот в жизни тысячелетней истории нашего города были и другие персонажи, тоже достойные, да, вот какого-то, причем местные именно наши, вот, которых больше нет нигде. Вот, поэтому я бы постарался как-то вот все это аккуратненько решить, главное, осторожно, без провокаций, чтобы население не дразнить, у которого разные взгляды. Вот, ну и как-то можно было бы и... А сдвинули для чего? Поменять. Ну, для чего вот его сдвигать? Либо, мне кажется, либо оставлять на месте, либо уж совсем взрывать. Переносить. Да, ну, не взрывать, но перенести куда-то, вот, как Александр Иванович предложил Голышев. Зачем сдвигать? Перенести? Это что, на месте его предполагать что-то другое, по-вашему, должно быть? Или... Ну да, мог бы быть памятник более такому местному персонажу. То есть, по-вашему, два памятника оптимально бы смотрелось? Нет, почему два? Я говорю, сдвинуть. Ну, если сдвинуть, куда? Не на 5 метров сдвинуть, а условно сдвинуть там соседний район, допустим. Ах, вот так вот. Другой квартал. Я вас понял. Не взорвать, не сломать, не выкинуть на помойку, а перенести. Скажем так. Спасибо, спасибо. Владимир Николаевич Шуликовский был с нами в эфире, архитектор наш псковский, вот такое его мнение. Ну что же, приходит сообщение о том, что будет с мозаикой той самой, с которой мы начали. Вот, мозаика на входе в ДСК будет отреставрирована. Появилась такая информация сегодня. И это сообщение от уже представителя собственника домостроительного комбината. Заявляет он, что было принято решение ее временно демонтировать из-за аварийного состояния. Временно, замечаю. Привести в порядок, а затем вернуть на место, чтобы она продолжала украшать не только предприятие, но и Псков. Ну, возможно, все-таки рассмотрели что-то прекрасное в этой мозаике советского прошлого. Ну, или... Подсказали, может быть, в том числе и в различных сообществах наших интернет. Давайте посмотрим, что пишут в нашей группе ВКонтакте. Здесь я напоминаю, что можно задавать нам вопросы, высказывать свое мнение о том, как сказываются объекты советского прошлого на облике Пскова, по-вашему. Валерий Гусев пишет: в советском прошлом было немало хорошего, его надо бы сохранить, но названием улицам, например, лучше давать на все времена, то есть без политического контекста. Ну что же, продолжим эту тему чуть позже, а сейчас с нами на связи глава города Пскова Елена Полонская. Елена Александровна, здравствуйте.
Добрый вечер. Только что с Владимиром Шуликовским мы обсуждали о том, какая вот эта новая площадь, да, после реконструкции. Ну и вот с его точки зрения достаточно спорным выглядит решение о таком количестве деревьев в центре города. А вам как новая площадь, Елена Александровна? Вы знаете, концепция ремонта и дизайн ремонта данной площади был принят на общественном совете с участием архитектора города, с участием общественности города Пскова. Но на самом деле, конечно, для меня тоже остается спорной ситуация с большим количеством высаженных деревьев, хотя именно на посадке данных деревьев так широко настаивала общественность. Поэтому в данном случае администрация города учла все пожелания, все требования, которые были высказаны на общественном, на заседании общественного совета, который рассматривал ремонт данной площади. Угу. То есть, в принципе, кто хотел, тот сразу видел, что так будет, и вот на том этапе, вариантов, да? Вариантов было предложено достаточно большое количество, начиная от варианта полностью, чтобы выложить все брусчаткой с минимума зеленых насаждений, ну, чтобы вот так вот в городе Пскове появилась настоящая площадь. И на самом деле моя мечта была такова, чтобы была у нас все-таки хорошая площадь, на которой можно было устанавливать зимой новогоднюю ель, чтобы она не стояла посреди проезжей части. Было, конечно, желание, чтобы мы могли на площади проводить ярмарки, устанавливать небольшие компактные торговые ряды с народными промыслами. Но общественность вот видела данную площадь так. Мы все помним, насколько было много возмущений, когда при реконструкции данной площади была срезана часть кустов сирени, сколько было негатива, поэтому вот большинство людей сошли в сомнение, что необходимо все-таки вернуть зеленое насаждение, поэтому они были возвращены, и все на площади сделано согласно рекомендациям общественного совета по строительству при администрации города Пскова. Ну, а теперь не к зеленым насаждениям перейдем, а к центральному объекту площади. Это, напоминаю, по-прежнему памятник Владимиру Ильичу Ленину. Вот Александр Иванович Голышев заявил на неделе о том, что неплохо бы перенести все-таки, но это его личное мнение. Копья, конечно, ломаются не первый год вокруг этого памятника. А кому он мешает, Елена Александровна? Слушайте, я не знаю, кому он мешает. В любом случае, власти города будут принимать решение, любое решение, исходя из мнения жителей города. Без мнения жителей города ничего нельзя делать, ни убирать, ни устанавливать что-то новое. Но и в целом нужно понять, что мы хотим этими действиями, куда мы хотим убрать его, что мы хотим на этом месте поставить. Ну вот я мечтаю, например, поставить все-таки в городе Пскове памятник князю Давмонту. На этом месте? Ну, я сейчас не сказала, что именно на этом месте. Опять же, общественность должна определить, на каком месте должен стоять памятник князю Давмонту. Мне очень обидно, что до сих пор в городе Пскове нету памятника князю Давмонту, хотя он действительно заслуживает того, чтобы этот памятник стоял. Но и мы должны с вами понимать, что рядом с данным объектом, с данным памятником Ленина находится наш Кром, и вообще-то город Псков – это город Святой Троицы, ну, испокон веков. Псков начинался с Крома и был немыслим без него. И, ну, вот Кром, он как сердце города, да, и вот стекаются все артерии, и улицы, и дороги. То есть неприлично Ленину стоять рядом с Кромом? Все-таки площадь и территория вокруг Крома должна быть соответствующая, я считаю, тематическая. И так, без Крома город Псков немыслим. Это вот ровно так же, наверное, как новгородцы говорили, где София, тут и Новгород, то есть где Софийский собор, да, тут и Новгород. То есть псковичи в трудную минуту, это испокон веков, говорили, обращались друг к другу,
со словами обратиться за помощью и давайте постоим за Святую Троицу, за свое Отечество. Это вот исторически было так, поэтому город Псков немыслим без Святой Троицы, без Троицкого собора, без Вещевой площади. Ну, а что касается Ленина, вот этот памятник же его установили в 60-х годах, насколько я понимаю. И многие люди уже без него не мыслят центр города. Да, и многие люди тоже без него не мыслят центр города, поэтому я думаю, что только именно граждане, только люди могут определить и принять решение и сказать нам, властям, все-таки, что делать с этим памятником. Я против того, чтобы убирали его полностью, потому что все-таки это наша история. Историю нельзя перечеркивать, и мнение наших граждан, наше отношение наших граждан к истории, оно совершенно у всех разное. Ну, немножко передвинуть другое место, да? Немножко в другое место, а вот если о месте помечтать, то что бы это могло быть? Ну, наверное, было бы правильно. У нас есть улица Ленина, и там находится, кстати, музей как раз-таки. Ага. И, может быть, рядом где-то... Во двор? Да нет, во двор нельзя. Это все-таки памятник. Большой достаточно памятник. Большой достаточно, и мы понимаем, что... Слушайте, у нас будет создан парк «Моя история». Быть может, туда? Парк «Мою историю»? Слушайте, я не знаю, я не берусь сейчас сказать вам за всех псковичей, куда нужно и как нужно, но все-таки вот не хватает... Ну, вы понимаете, что... что ваши коллеги из коммунистической партии не поддержат, например, эту идею. Да, я знаю, но, между прочим, помните, когда большевики приходили к власти... как они тоже перечеркивали историю России. Ну, памятник Александру II на Торговой площади кто убрал? Видимо, они. Быть может, тогда надо задуматься, да, и сказать им, давайте восстановим и этот рядышком памятник. Ну вот я сегодня за памятник Давмонту, и я говорю это прямо, это моя сегодня цель и задача. То есть Давмонт примирил бы всех, с вашей точки зрения? Я думаю, что да, на самом деле. Но давайте не будем говорить о том, забегать вперед, да? Да. Вот сход, значит, сход граждан, обязательное общественное обсуждение, обязательное общественное мнение, обязательно социальные опросы населения. Да. И только после этого можно принять какие-либо решения. Это вот... Без этого никак. Тоже, кстати, как-то по переименованию улиц. Да, вот, я как раз к этой теме хотел прийти сейчас, потому что существует у нас комиссия в городе по переименованию улиц, и я так понимаю, она принимает, ну, коллегиальное решение, но каких-то общественных дискуссий по этому поводу не проходит больших. Ну, вы знаете, общественных дискуссий на заседании данной комиссии не происходит в связи с тем, что в основном рассматриваются вопросы не по переименованию улиц все-таки, а по присвоению названий новым улицам, которые образовываются на территории города в результате новой застройки. А вам нравятся вот эти названия новых улиц? В основном присваиваются именно героев. Я ничего против не имею, и данные улицы уже не находятся в исторической, кстати, части города, а уже в основном находятся на окраинах нашего города. Мы с вами сегодня находимся в преддверии открытия курбатовских чтений нашего земляка, да, который, к сожалению, в этом году покинул нас. Но вот почему бы одну из улиц, может быть, новых, в том числе, не назвать его именем? А может быть, переименовать, не знаю, советскую улицу какую-нибудь с советским названием? Виталий, вот то, что назвать улицу... необходимо в честь Курбатова, я с вами согласна. Это очень хорошая инициатива. Может быть, не улицу, а может быть, какую библиотеку. Еще какое-то учреждение, более знаковое для города Пскова, более посещаемое, более любимое нашими псковичами. Может быть, даже это будет более достойно на самом деле. А вот по переименованию, все-таки я опять же вернусь к началу нашего разговора. Не просто так взять и переименовать улицу.
мы же понимаем, что на этой улице расположены дома, в которых живут жители нашего города, у которых в паспорте стоит штамп с пропиской, у которых на руках имеется документ о собственности на жилое помещение с определенным адресом. А их всех придется менять, эти документы? Конечно, безусловно. Каждому жителю улицы, который переименует, придется пройти процедуру переоформления документов. Но подождите, это не помешало нам переименовать улицу Карла Ливнихта в свое время в улицу воевода Шуйского? Хотя с Роза Люксембург, например, так не получилось. Возможно, жители были не против, возможно, власти не спросили у жителей. Но я еще раз говорю, что переименование улиц должно обязательно обсуждаться с жителями данной улицы. Это как минимум. То есть вначале сходы, да, депутаты проводят, а потом уже выносят свое решение на вот эту комиссию. Обязательно, потому что каждый житель понесет определенные расходы по замене документов на... Либо тогда власти должны предложить жителям данной улицы свой алгоритм действий, минимальные очереди, минимальные бюрократические проволочки, минимум кабинетов для того, чтобы там в режиме одного окна поменять все документы и внести их изменения. То есть это не просто так взять и поменять название улицы. Я еще раз повторюсь, каждый житель будет терпеть определенные неудобства и необходимо ему будет обращаться в определенные органы для того, чтобы вносить изменения в свои документы, которые есть и на жилые помещения, и тот же паспорт, штамп в паспорте, там тоже нужно будет вносить изменения. И последний вопрос, Елена Александровна. Да. Вот у вас есть в городе Пскове самое нелюбимое название улицы, которое вот вы бы, не глядя там, ну, понятно, да, спросив, конечно, граждан, но, тем не менее, сразу бы выставили на эту комиссию на переименование? Да нет, у меня нету такого какого-то непренебрежительного отношения к названию улиц. На самом деле, они же все названы в честь людей, которые внесли свой определенный вклад, исторический вклад в развитие города, в целом страны нашей. Наверное, высказать, что мне что-то не нравится. Многие могут это люди воспринимать как личное мое отношение к тому либо иному человеку, в честь кого названа данная улица. Ну вот улица Свердлова, вот зачем она в городе Пскове? Мне она не мешает, честно говоря, Свердлова. Я очень люблю наш город, и, поверьте, я думаю, что не над этим стоит там задумываться, не над тем, как назвать улицы, не над тем, как их переименовать, не над тем, как сломать историю, поломать копии. Нам нужно задумываться о том, как наш город сделать жемчужиной нашей страны, потому что наш город сегодня – это музей под открытым небом. И необходимо развивать Владыка Тихон, за что ему огромная благодарность, и наш губернатор Михаил Юрьевич Ведерников прикладывает сегодня максимальные усилия для того, чтобы у нас развивался духовный туризм, паломнический туризм на территории нашего города. Это вот это жемчужина, которая должна быть в золотой оправе. И наш город сегодня должен жить туризмом и зарабатывать. И основные поступления в бюджет должны быть от туристической отрасли. У нас есть в Псковском крае, и также в нашем городе, природные богатства, природные красоты, реки, озера, леса, большое количество зелени на территории города. У нас есть славные сыны Отечества и знаменитые полководцы, такие как Александр Невский, которыми гордится наш город. У нас богатая история, богатая духовная история города. И вот сегодня все мы должны над этим работать, приумножать, беречь наш город. Обязательно. Я надеюсь, и про мозаики советского периода не забудете. А, кстати, мне очень не нравится, что все-таки их демонтировали. Но вот обещают восстановить. Я очень надеюсь на это. И мне крайне это не понравилось. Она действительно была очень интересная, очень красивая. И требовала просто, наверное, чтобы к ней приложили руки, да, в хорошем смысле, ее отремонтировали, отреставрировали. И вот я против того, что произошло в отношении данной мозаики. Я знаю, про что вы говорите, да. На заводе бывшего завода ДСК, да? Да. Вот. Ну, я надеюсь, что общими усилиями мы вернем мозаику на место. Обязательно вернем. Спасибо большое. Глава города Пскова Елена Полонская была с нами в прямом эфире. Напоминаю, телефон прямого эфира 62 80 30. Пишите свои сообщения в нашу официальную группу ВКонтакте.
Да, ну вот как раз Елена Александровна говорила о том, что мы должны развивать туризм, мы жемчужина. К сожалению, сегодня пришла какая-то ужасная совершенно новость. В ночь на сегодняшнее число в Пскове был атакован хулиганами финский парк. Вандалы перевернули скамейки, теннисный стол, разбили урны, сломали детские качели. Все это новенькое, я замечу, совсем не советского периода. Вот, но и тем не менее подвернуло, что называется, под горячую руку. И не пожалели вандалы вот то, что поставили совсем недавно. Обидно, обидно. Я уж не берусь судить, что делали эти люди со старыми мозаиками или с памятниками, но вот то, что делается сейчас, вот уничтожают так активно, я не понимаю таких людей. Да, ну а теперь мы как раз вернемся к нашим историческим названиям улиц. С нами на связи заведующий отделом краеведческой литературы Псковской областной научной библиотеки Елена Киселева. Елена Григорьевна, здравствуйте. Добрый вечер. Вот тут как раз мы начали разговор с главой города Пскова Еленой Полонской об наших улицах. Давайте скажем, да, вот очень много ведь советских названий в наших городах, и в Пскове в том числе. Вот в каждом городе у нас есть улица Коммунальная, улица Советская, да еще не одна. Там площадь Ленина, естественно, Советская площадь. Не знаю, Комсомольская, да, площадь ведь у нас вот еще есть. Есть, конечно, есть. А как эти объекты назывались раньше? Ну, мы поняли, что площадь Ленина торговая площадь, в принципе, тут нет никакого секрета. Вот, например, улица Советская и тот же Октябрьский проспект. Что это было раньше? Ну, улица Советская когда-то называлась улица Великолукская, да? Улица Великая, то есть оттуда по той улице ехали самые знаменитые гости, самые известные во Псков. Ну вот, кстати, с улицами не все так просто. Часто вот бывало, что одна и та же улица называлась по-разному. Вот, например, всем хорошо нам известная улица в центре, улица Красных Партизан, да? Да. Когда-то, вот как Спигальский пишет, она называлась Луцкая. Угу. Затем она называлась Казанская. Ну, понятно, почему улицы назывались Казанские, Покровские, Успенские, Рождественские. По церквям, вот, да? По названию церквям, да. Затем это была улица Зиновьева, и вот уже, как сейчас, это улица Красных Партизан. Октябрьский проспект вообще, ведь часть была когда-то Сергиевской улицей. А затем где-то подальше, это где-то в районе стоматологической городской поликлиники, там уже шел Кахановский бульвар. Красота какая, а? Кахановский бульвар. Ну, там, знаете, надо сказать, красоты-то особой не было, как пишут газеты того времени, чахлые деревца, и в основном там люди с доходом занимались верховой ездой, прогулки там были. Ну, а в советское время, понятно, что пришел Пролетарский бульвар, ну, а теперь вот уже Октябрьский проспект. Что я хочу сказать? Это да, вот, многие города, во многих городах возвращают сейчас исторические названия. Как поступить в Пскове? Как вам кажется, лучше было бы? Что я хочу сказать? Во-первых, эта тема очень такая острая. Она уже не первый год, скажем так. Вот. А скажите, а почему она острая? Ну, вот если не берем мы вот эти юридические тонкости с документами, которые придется менять в случае переименования. А в чем причина? У нас что, продолжается до сих пор в сознании какая-то гражданская война? Что мы воюем друг с другом, белые с красными у нас до сих пор? Нет, слава богу, я думаю, что белые с красными давно помирились. Но вот самый последний пример, когда улицу удалось в центре города переименовать, это улица, всем хорошо известная, как ее в народе называют, Карлуха, да? Так. Ну, так называют. Это, понимаете, видите, как нечто Карлуха или улица Розочка, да, когда я на Розочке живу. Все понимают, что живут на улице Роза Люксембург. Так, ну теперь вот остались люди, которые живут на Розочке, а вот на Карлухе переместились на Шуйку, видимо. Да, да, да. Пока что, наверное, да. И понимаете, вот очень долго этот процесс шел, но в конце концов стала улица Воеводы Шуйского. Вопрос, а почему не стала она улица Покровской, да? Ведь она когда-то называлась Покровской. Ну, если случится, то для улицы Карла Маркса уже есть название приготовлено — Покровская. Ага. И вот что касается улицы Роза Люксембург. Почему вот к переименованию нужно подходить очень, скажем так, не с горячей головой. Щепетильно. Когда еще был жив всем именами любимый и небезызвестный большинству горожан краевед Натан Феликсович Левин, он решил
Ну как, он захотел, чтобы улица Роза Люксембург стала называться по-другому. Он хотел, чтобы она стала называться Изборской улицей, да? Хотя когда-то она называлась Новоникольской, а Изборская улица – это ныне Конный переулок. Ну так вот, это стоило ему огромной траты здоровья. И понимаете, что люди, которые вот там живут, сказали, а опрос был сделан, а мы не хотим. Мы хотим, вот как жили на улице Роза Люксембург, так и продолжаем жить. И вот один из последних примеров, да, переименования, вот когда совсем недавно было выдвинуто предложение сквер вот 60-летие октября на четырех углах переименовать в сквер искусств, да, когда там прошла реставрация, стал он очень таким... Но не набрали необходимое количество голосов. Ну, и сейчас я так понимаю, учитывая, что у каждого есть возможность проголосовать. Хотя ведь никто не называет сквер 60-летия октября. Многие даже не знают это название. Ну, Сквер на четырех углах, сквер искусств. Ну да, сквер искусств, действительно, сквер искусств очень красиво. Понятно, то есть, в принципе, общественность, ну, как общественность, народ, скажем так, жители этих улиц не оценили тех усилий историков, краеведов, которые вот они предпринимают по восстановлению какой-то исторической справедливости с их точки зрения. Ну, тут улица, как скажем, вот извините за такую тавтологию, улица с двухсторонним движением, общественность приняла просьбу, вернее, ну как, кто вот в комиссии, да, по переименованию улиц, пошли навстречу общественникам, давайте сделаем общественный опрос. И был интернет-опрос. Не-не, я имею в виду по улице Роза Люксембург, то есть усилия Натана Феликсовича, к сожалению, да, не увенчались успехом. Это ему стоило, в общем, очень больших душевных сил и физических сил. Ну вот, граждане сказали, хотят жить на улице Роза Люксембург. Ну вот у нас слушатели ВКонтакте предлагают переименовать улицу Воровского, потому что, дескать, это имя человека, который совершал преступление против своего народа, пишут. Кто такой Воровский? Революционер, дипломат, понимаете, мы только что вначале говорили, вроде как помирились с красными. Но вот оказывается, не помирились. Да, ну и название улицы раньше было очень красиво, Верхняя Петропавловская. Сейчас Воровского, ну где живешь? На Воровского. А рядом милиционерская, да, по-моему, или милицейская, что-то такое, да. Милицейская. Вот очень-очень хорошее соседство меня всегда удивляло. Ну, как Виталий, как интересно, вы пытаетесь слушать, вот даже не приходилось. Да, а я хотел еще задать вопрос про Талапские острова, потому что, ну, ведь многие спорят, это три острова, да, как мы знаем, но споры идут о названиях основных двух. Это остров Залита и остров Белова. Это советские названия. А если возвращаться к историческому прошлому, то это остров Верхний и остров Нижний. И ведь местные вспоминают историю гражданской войны, когда... Ну, неоднозначно можно подходить к тем событиям, которые развернулись на острове там. Ну, а может быть, вот здесь как раз тот случай, пусть жители и Верхнего, и Нижнего острова решают сами, на каком острове они хотят жить, на Верхнем, Нижнем острове или на Залит или Белово. А? Потому что ведь там был Талапский полк, я напомню, да, белогвардейское формирование. Да, там очень, на самом деле, это очень такая, очень печальная, очень страшная история. То есть для многих местных называть острова именем революционеров... Ну, достаточно так сомнительная идея. Хотя, в принципе, наверное, уже, ну, вот тех туристов, которые туда приезжают, это не очень беспокоит. Ну, собственно, стоит ломать копья сейчас об этом? Вот слушают я нас думаю, псковичи и говорят, что они, зачем об этом говорить? Ну, знаете, вот сейчас вот это такая кампания по переименованию, даже, собственно, уже добрались и до Кенигсберга. Ага. Вернее, до Калининграда, там тоже. Я думаю, что это в каждом регионе такое. Ну, наверное, нужно все же иметь, скажем так, холодную голову и не торопиться. И тем более, вот опять же, ну, мое такое мнение, пусть жители сами выбирают, где они хотят жить. Замечательно, замечательно. Это было мнение заведующей отделом краеведческой литературы Псковской областной научной библиотеки Елены Киселевой. Спасибо большое.
Ну что же, дорогие друзья, я напоминаю, что мы говорим сегодня о том, как советское прошлое влияет на нашу сегодняшнюю жизнь. Говорим об артефактах материальных, как они влияют на облик города. Сейчас сделаем небольшую музыкальную паузу. Обязательно заглядывайте в нашу группу ВКонтакте, принимайте участие в вопросе и оставляйте свои сообщения. Ну а мы через пару минут продолжим. Тоже напоминаю, что мы говорим сегодня о том, как сказываются объекты советского прошлого на облике Пскова. Такой опрос размещен у нас в сети, на нашей официальной странице ВКонтакте. И сейчас подвожу итоги голосования. 40% заявляет, что это шедевр, руки прочь от истории, от любого памятника культурного, в том числе любой эпохи. 33% заявляет, промзоны подобные, мозаики, памятники украшают, а вот центру города вредят. Ну и 13% отвечает, что негативно, это какой-то мрак, наше советское прошлое. Ну вот, дорогие друзья, мы сейчас, сразу после небольшой паузы, поговорим о других наших привычках, которые остались из советского прошлого. Ну а сейчас прервемся на небольшую паузу. Шоу вежливых людей. Это шоу «Вежливых людей», в студии Виталий Михайлов, и мы продолжаем говорить о том, какое наследие оставила для нас эпоха Советского Союза. И хотим сейчас перейти от памятников культуры, которые, в принципе, мы достаточно активно обсудили в первой части нашей программы, к нашим привычкам. Ведь то, как мы воспитываем наших детей, то, какие книжки мы читаем, даже сейчас, многое из этого было еще в Советском Союзе. Но мы сегодня хотели бы поговорить немножко о другом, о привычках в питании. Потому что ведь каждый из нас ходил в садик, да, где его кормили, ходил в столовую, где ему давали там пюре с котлетой. Он заходил в кафе, где были чебуреки, пирожки. И вот все это в моем личном сознании ассоциируется вот прочно с советским периодом почему-то. Ну, насколько это оправдано и вообще какое
наследие в поварском искусстве и в кулинарном искусстве оставила эпоха Советского Союза. Мы сейчас поговорим с управляющим кафе «Калейдоскоп» Еленой Закировой. Елена Витальевна, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы вообще относитесь в кулинарном смысле к эпохе Советского Союза? Насколько она, ну, была разнообразна и богата? Ну, знаете, вообще советская кухня, если мы берем действительно советскую кухню, она была достаточно скудна по своим продуктам, специям, да, которые использовались у нас. И вообще она, наверное, складывается из того ощущения, что мы кушали за детским столом, да, за теми блюдами, которые готовили наши родители, бабушки. Да. Да. Самое ужасное воспоминание мое детство, когда в детском саду давали винегрет. Я помню, один раз им отравился, и с тех пор у меня жуткие воспоминания и как-то негативное отношение к винегрету. Вообще винегрет – это классика русской кухни. Наверное, может быть, он просто был приготовлен в рамках советского общепита и детского садика. То есть тут надо разделять блюдо и качество готовки, и санитарные условия, возможно, да? Абсолютно точно. Я могу вам сказать, что я являюсь не только директором ресторана, да, но еще и сети лавок. И винегрет – это, ну, такой топ продаж у нас в лавках, и люди его любят, люди его покупают, и, ну, действительно считают классикой русской кухни. Ну, хорошо. А вот что современная российская кухня, ресторанная, да, взяла в себя из советского прошлого? Или это и есть та же самая советская кухня, только, ну, немножко переименовали название? Нет, конечно, мы оставляем основные названия. Просто вот возвращаясь к качеству блюд, да, мы все-таки сейчас адаптируем вкусы того же самого винегрета, да, оливье, который не совсем, да, считается русской кухней, но советской кухней однозначно. Подождите, а что значит адаптируем? Ведь мы привыкли к классическим вкусам. Да, мы представляем себе, что такое оливье, когда нам его подают. А, ну вот смотрите, как вы говорите, советская кухня, да, мы привыкли к оливье. Это зачастую был салат с вареной колбасой. Да, да, вот, кстати, да, совсем недавно, в моем детстве только так было. Да, мы совсем вот сутки назад разговаривали о том, что очень многие любят этот вкус советской кухни, этой колбасы отварной, да? Мы сейчас это все интерпретируем, делаем оливье там с бужениной, курицей. То есть вот туда, к дореволюционному оливье, ближе, да, к рябчикам. Конечно. Да, к рябчикам. В том числе. Абсолютно к рябчикам. И каперсам. Так, интересно. А хорошо, ну вот, например, салат сельдь под шубой, да, наверное, типичное советское блюдо. Да, типичное. Но оно живет до сих пор в том же неизменном виде. Практически. Практически, но вообще в сельдь под шубой тоже много интерпретаций. То есть сюда же можно добавить и чернослив, и яблоко, и делают с килькой, да? Слушайте, я однажды пробовал добавить щучью икру, ну, точнее, щучью я не нашел, к сожалению, поэтому какую нашел в магазине, но как-то не то. Но это, опять же, ощущение ваших... Да, это привычка. Детства, я вот, да? и говорю об этом, что вкус у нас сформирован с детства. И вот я до сих пор помню запах картофельного пюре с печенкой в садике. Но вот мне он нравится до сих пор. Кому-то, вот наш звукорежиссер Ксения Удалова, морщится вот за стеклом, сидит рядом со мной. Вот. А мне запомнилось почему-то. И еще, ведь вопрос, наверное, и качество продуктов было другое. Качество было абсолютно другое. Легендарный советский ГОСТ? Запах был абсолютно другой. У мяса был абсолютно другой запах. И вообще технологические свойства. Мы очень многое утеряли. А возьмем колбасу, ту, которую мы помним. Она же не хранилась больше 2-3 дней. И посмотрим сейчас на нашу колбасу, которая хранится месяц, два и так далее и тому подобное. И, наверное, если вы помните тот вкус колбасы, вот он для вас и останется тем вкусом колбасы.
Да, к сожалению, такого сейчас сложно найти. А, но, тем не менее, пишут, вот, например, на лимонадах очень часто сейчас можно этикетку встретить, что ГОСТ 88-го года. Вот все берут, и вот действительно очень похож на тот самый вкус, как кажется. Это ощущение с детства. А вообще, давайте поговорим... Ну, вот вы сказали, что кухня бедная, действительно, там денег не так много было, но разнообразие блюд было большое, если зайти в рестораны, потому что там и чахохбили, да, и вот эти вот названия различные кавказские, там, среднеазиатские. Ну, вот видите, если мы говорим о русской кухне и о советской, то да. Это, ну, вот абсолютно разные вещи, mm-hmm. да. Уже тогда, когда был изобретен этот сборник рецептур, который все, наверное, знают, как мясоповара чуть-чуть... сталкивались с кухней, да? Там же были собраны многие кухни, и белорусская, и грузинская, и армянская, в конце концов, да? То есть ты, но зайдя в ресторан, мог попробовать кухню народов всего Советского Союза? Ну, чахохбили, да? Угу. Да, шашлык. Мы уже все считаем, что это прямо русское-русское, потому что, ну, в каждой семье на выходные едут все на шашлык. Но это не русское. А я вот думаю, а почему сейчас это не так распространено? Не вот эта вот кухня куда-то ушла? Потому что в любом ресторане есть там салат «Цезарь», но некоторых там простых достаточно блюд не найдешь. В чем дело? Ну, все по-разному. Вот в нашем ресторане мы все-таки считаемся таким классическим рестораном. И банкетным ресторанам, да, и люди все-таки возвращаются туда. Потому что все равно 50% блюд должны быть классическими, понятными для людей, которые к нам приходят. Да, сейчас очень много всяких ресторанов, направленных на другую кухню, на более современную кухню. Это тоже очень здорово, да. Но все равно мы, русские люди, возвращаемся к своему любимому оливье, селедке под шубой, и это тоже нельзя упускать. Да, то есть такая кухня сейчас востребована, и забывать вот этот советский опыт в кулинарии нельзя. Ну вот советский опыт, он тоже очень вкусный. То есть если вам не понравился винегрет ну, в детстве, вы должны его попробовать сейчас и там добавить его в какие-то да. разнотравия, и он будет супер. Слушайте, при случае обязательно попробую. Спасибо большое. Управляющий кафе «Калейдоскоп» Елена Закирова была сегодня с нами в эфире. Ну, напоследок, друзья мои, скажу вам свое мнение. Давайте перестанем относиться там к еде, к произведениям искусства, как, ну, политически. Вот если это вкусно, если это здорово, если это действительно объект культурный, имеющий культурную ценность и признан таким, давайте оставим его на своем месте. Пускай он останется в нашем памяти, в нашем меню и в нашем сознании. Ну что же, с вами было шоу «Вежливых людей», Виталий Михайлов. Всем удачи!